Женщины ходили целых 2 месяца на курс, и сегодня у них будет шанс показать, чему они научились. У нас в фотосессии участвуют стилисты, визажисты, мы как организаторы. И самое главное сегодня – это создать именно ту атмосферу, чтобы модели себя могли показать в полной красе. 50 плюс – это дерзкий возраст, я так считаю. 50 с лишним лет – жизнь только начинается. Если, конечно, не бояться экспериментировать. Женщины становятся самостоятельными, независимыми. У них запрещенный большой выбор. Они умеют жить, радоваться жизни. У каждой девочки есть мечта быть моделью. Наверное, модели самые красивые, на них равняются, самые ухоженные, умеют двигаться, умеют нравиться. Поэтому, наверное, модели равняются. У меня появилась возможность осуществить свою мечту именно в этом году. Мне в первую очередь попалось модельное агентство «Мадам Модел». Какие критерии были, я не могу сказать. Вот, наверное, все должно идти от души. Очень понравился руководитель проекта, молодая, креативная, Мария Цирлова. На протяжении всей учебы только энергия, только позитив, только знания, желание помочь. Атмосфера очень творческая, интересная.